компания Nissan представила новый кроссовер Nissan Pathfinder в ходе шанхайского автосалона. Два года назад Nissan представил в США кроссовер Pathfinder пятого поколения. Но он продается далеко не во всех странах. Для Поднебесной создали специальную версию Pathfinder. Она, возможно, будет продаваться и в других странах мира. Концепт существенно отличается от модели текущего поколения. Спереди можно заметить новую решетку радиатора и оптику. Фары соединены светодиодной полосой, а сверху изображено название модели. Сзади установлены инновационные фонари с 3D-эффектом. Также на крыше разместили новый спойлер и обращают на себя внимание уникальные колесные диски. А вот в салоне изменений меньше. Есть обновленные вентиляционные отверстия, другая компоновка двойного экрана, проекционный дисплей, высокорасположенная центральная консоль. Компоновка сидений. Два ряда по два сиденья и третий ряд – три сиденья. На рулевом колесе установлены сенсорные элементы управления. Nissan еще не сообщил, какую силовую установку получил Pathfinder для китайского рынка. Китайские СМИ считают, что этот кроссовер может оснащаться 2-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, который работает вместе с автоматической коробкой передач. Привод, видимо, полный. Nissan еще не сообщил, какую силовую установку получил Pathfinder для китайского рынка. Китайские СМИ считают, что этот кроссовер может оснащаться 2-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, который работает вместе с автоматической коробкой передач. Привод, видимо, полный. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее видео. И ставьте лайки. Ваша оценка нам очень важна. До скорой встречи!